Так, мы видим довольно интересную монету, гривна. Это, кстати, очень редкая разновидность. Но видим, что лот был закрыт. Что же с этой монеткой? Посмотрите, какая монета. Редкая разновидность, одна из пробных монет. Какой шрифт? Указан три точки. Да, сейчас у нас одна точка, а когда делались пробные монеты, вот так вот планировали, тестировали тремя точками. Вот монетка на весах. Ну, что сказать, оригинальная, шикарная монета. Вот, сразу видим участников аукциона, которые комментируют по поводу цен на эту монету. И есть комментарии по поводу того, что эта монета уже была продана этим продавцом немного ранее. Давайте посмотрим. Вот эта монета, видим, и имя продавца не указано. Вот, и в данном случае эта монета была продана за 23 тысячи 50 гривен 26.09. Так, давайте разбираться. Тут у нас монета как бы уже была продана, а здесь указано, что лот был продан этим же продавцом. То есть, что получается, что она была продана, теперь опять выставлена, на что продавец ответил, что он выкупил эту монету назад и решил еще раз ее продать от этого же аккаунта на Виолити. Ну, тут сложно проверить или не проверить данную ситуацию, конечно. Немножко подозрительно, что одна и та же монета выставляется одним и тем же продавцом несколько раз, при том, что она была продана у него. Так, тут отвечает эксперт по этому вопросу. Да, спорная ситуация по поводу того, насколько такая, ну, такое могло возникнуть, что человек продал, потом выкупил обратно и решил опять продать. Вот, возможно, да, тут какие-то догадки, что просто бот, был создан дополнительный аккаунт, который, собственно, предложил какую-то стоимость, и потом опять монета у этого же продавца оказалась. Вот, так что так. И поэтому мы сейчас видим, что лот закрыли. Ну, будем ждать появления этой монеты вновь. Но монетка в целом очень клевая и редкая. И действительно, я думаю, многие из коллекционеров хотели бы себе такую монету. Вопрос только в цене, за сколько она будет продана. Вот такая история была с этой монеткой.